Друзья, ставайте спонсорами каналу, ставьте вподобайки, пишите в комментарии, подписывайтесь. Обовязково переможемо разума. Генерал-лейтенант ВС РФ в отставке Юрий Ниткачев открыто заявил, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной. Залишим умову оригинала, чтобы россияне хоть раз почули правду. В российские СМИ начала пробиваться частичная правда о войне с Украиной. Генерал-лейтенант ВС РФ в отставке Юрий Ниткачев предупредил Кремль, что затягивается конфликт и приведет к истощению российской Федерации. Слова генерала были приведены российской независимой газетой. Кроме того, генерал призвал руководство РФ пойти в отставку и отозвать войска. Несколько боевых генералов призывают идти на Кремль. Статья была срочно удалена. Однако копия сохранилась у Кэши на сервера Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму. Недкачев комментируя происходящее, предупредила, что эта история ничем хорошим для России не закончится. К сожалению, России, кроме ДНР и ЛНР, сейчас нет крепких союзников, способных помочь ей выполнить задачи. Россия надеется только на собственные военные и материальные ресурсы, которые не безграничны. Затяженные боевые действия истощат Россию, заявил российский генерал. Он призывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире. Пока не стало поздно, надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров, сказал Ниткачев. Можно предположить, что в данном случае генерал-лейтенант стал голосом российского генштаба, который прекрасно осознает, что война проиграна. Напрямую доложить Кремлю об этом военном командовании России, очевидно, не в состоянии ищет окольные пути. Откровение Ниткачева прокомментировал у Твиттер политолог Андрей Пентковский. Он считает это доказательством поражения России. Признание генерала имперца Ниткачева открывает миру глаза на тот великий подвиг, который ценой огромной крови совершает Украина. Она уже переломила хребет армии захватчиков, написал Політолог, он призивати Мірікуаснасті Україну більш мощним вооруженням, щоб покончити з російською агресією. Той же час необхідність РФ витрачати всі ресурси на війну проти України може спричинити соціальний вибух. і бунт генералів. Про це заявив військовий експерт Михайло Пиртуло в Ватерій Еспресо. Коли ЗСУ змушують Росію згрібати всі ресурси та кидати в Україну, і це для них є глухим кутом. Це призводить до виснаження ресурсів Російської Федерації, негативного ставлення населення до влади та зрештою до великого соціального вибуху наголосив він за словами експерта. Були вже перші спроби від вагнерівців і далі будуть. Може, будь-який генерал, який підніме бунт після заклату Пригожина на нараді з Путіна, не було на Ришкіна. Голови служби зовнішньої розвідки. Саме він регулярно спілкується з головою ЦРУ Бернсом. Швидше за все вони розмовлятимуть про долю Російської Федерації. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.